прямо и проезжаем возле парка Хуалинг. Я вас раньше уже сюда водила гулять. Налево здесь гостиница. Вот видно. И рядом город Тбилисского моря. Этот парк пока, наверное, закрыт. Я с тех пор здесь не была. Не, вообще-то ворота открыты, может быть, и уже можно гулять, не знаю. Но людей я не вижу. Эта дорога ведет в Азисубани. Есть такой район в Тбилиси. Бегают люди, молодцы, спортом занимаются. Вот такая новая красивая дорога, широкая, видите. По сторонам, правда, здесь пока еще ничего нету, но видно, что в скором будущем тоже построят. Вот уже дорогу строят направо. Так просто не останется. Здесь тоже, смотрите, сколько домиков. А здесь торговый центр. Очень огромный. Я здесь была раза два, наверное. Здесь тоже очень много, почисти, новых домиков. Давно я здесь тоже была. Ну, проезжали, конечно, проезжали, но чтобы так погулять, не приходилось. Давновато. Многие, конечно, уже без масок, но какие у нас уже снялись ограничения. Уже работает, видите, маршрутки, работает также метро. Маршрутки обязательно надо быть в маске, потому что будет потом штраф. Ну, метро, само собой, также надо. И соблюдать дистанцию.